Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал о вязании Заяру. Сегодня у нас 5 марта 2022 года, и я хочу подвести итоги за шестую неделю в совместном проекте «Ликвидация 3» с Анной Полозняк из Галины Good Knitting. На этой неделе Анна давала нам задание, звучало оно следующим образом. «Мой дом, моя крепость», то есть мы должны были вязать либо интерьерные изделия, либо что-либо связанное с этой тематикой. Например, это могли быть пледы, подставки под горячее, прихватки, занавески, какие-то элементы декора. Так, ну а теперь давайте начнем. Я вначале расскажу те готовые работы, которые у меня связались, что я вязала на этой неделе, и в конце подведу итог, сколько грамм и метров пряжи у меня связалось за эту неделю. Так. Первая работа, это я связала вот такую вот подставку под горячее. Вязала я крючком номер 2 из 100% хлопка, вес прихватки, извините, подставки 54 грамма и связано 121 метр. Вязала я крючком номер 2 и вот отдельными кружочками. Я брала мастер-класс на YouTube-канале. Я обязательно пропишу в инфобоксе, как называется мастерица, которая вязала такую прихватку. Она ее презентует как прихватка, но она такая, знаете, плотная у меня получилась, потому что я вязала из другой пряжи, из 100% хлопка, и я буду использовать ее как подставку. И называется этот элемент японский цветок. То есть он вяжется вот отдельными кружочками и соединяется воедино по ходу вязания. И обвязала я рачьим шагом. Вот так это выглядит лицевая сторона, и вот так вот выглядит изнаночная сторона. Это первая готовая работа за эту неделю. Вторая готовая работа. Я довязала бактус из вот такой пряжи. Вот эта пряжа, все, что у меня осталось, это Alize Angora Gold Simli. Цвет я не помню, к сожалению. Вот такой вот бактус у меня получился. Маркер я убрала и забыла его поставить. Но могу вам сказать, что продвижение есть. Связано у меня 107 грамм у меня ушло на бактус. И за эту неделю у меня провязано 53 грамма. Вес бактуса 107 грамм. И за эту неделю провязано 265 метров. Так вот он выглядит. Давайте вместе с вами, наверное, измерим размах крыльев и длину бактуса. Сейчас, минуточку. Так, здесь получается 61 сантиметр, то есть 122 сантиметра. Это размах крыльев и длина от угла 62 сантиметра. 62 сантиметра. Вот такой бактус у меня связался. Это я вязала его на подарок, так как я такие бактусы, шали вообще не ношу. Это моя вторая готовая работа. И третья готовая работа, это я довязала свою юбку. Я вам показывала, не помню, на третьей, по-моему, неделе. Сейчас, минуточку, беру все. Вот у меня стоит маркерочек, и я вот связала совсем немного. Юбку я, вот видите, еще ниточки у меня не убраны, я еще не стирала и не отпаривала. Так, провязано у меня 13 сантиметров за эту неделю. Юбка, значит, 69 грамм я связала, 248 метров это за неделю. Вязала я спицами 2,5, как я вам говорила, длина юбки. Так, вот видите, она в камеру не помещается. Общая длина юбки у меня получилась 54 сантиметра. Вот. Вес юбки 180, по-моему, грамм у меня получился в общей сложности. Сейчас я вам скажу, если кому интересно. Да, юбка весит 180 грамм.
Так, это вот у меня третья готовая работа, которая связалась за эту неделю. И кое-какие у меня есть наброски, сейчас я вам покажу. Так, из остатков пряжи я решила все уже ликвидировать. Вот вязала вот такие элементы. Вот это один такой вот кружочек, шестиугольник, и вот такой второй. То есть это вот из вот этих остаточков Ализе Ангора Gold Simli. У меня еще там где-то два клубочка есть, я хочу их вывязать и соединить их. Я не знаю, что это будет пока, но пока только извязываю. Хотела вам показать, как это выглядит. Я брала это с журнала. Вот, видите, здесь вот использован один моточек, цвет батик, и вот так вот они соединяются. Либо их соединять можно по прямой. Сейчас, 2 минуточки, хочу вам показать. Вот, смотрите. Вот, можно вот так вот их соединить, потом по две. Это у нас уже будет палантин. И вот, чтобы сделать шарф, только вот по одной в ряд. Вот так вот. Вот все, что я связала. И подведем итоги. Вот у меня написано, значит, юбку я вам проговорила, бактус, мотивы 13 грамм, это у меня один мотив, я 2 связала, то есть 26 грамм и 130 метров. Так, в итоге у меня получилось, смотрите, 202 грамма я провязала за неделю и 764 метра у меня получилось. Вот такой вот у меня итог за 6-ю неделю. На сегодня все, мои хорошие. Пока-пока. До новых встреч. Обязательно проходите на каналы других участниц. Они будут указаны в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки, не проходите мимо. Я уверяю вас, что вы увидите там очень много всего интересного. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся в других роликах.